Сегодня проводим препродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля BMW 3 серии F в 30 кузове. Объем составляет 2 литра N20 B20B. Пробег составляет 44 тысячи. Проводим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Имеется пакет документов, грузовая таможенная декларация. Проводим визуальный осмотр свечей зажигания. Проводим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределы нормы. Имеется видеообзор работы двигателя. Двигатель работает отлично. Автомобиль завелся самостоятельно. Так, по ошибкам тут. На автомобиле у нас 44 тысячи. Ошибка висит по мотору. Работа двигателя. Турбина, все работает. Проводим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также проводим осмотр клапанов и поршней. После осмотра двигатель маркируется термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действуют расширенные гарантии. Наши специалисты помогут с подбором двигателя.